Cheers. Друзья, нас очень торжественно объявили за кулисами, но вы, видимо, этого не слышали, поэтому мы еще раз с удовольствием представимся. Александр Олешко. Да, друзья, у нас тоже в сценарии написано: на выход Ольги Александра в зале загорается свет, и в зрительном зале мы видим милые, прелестные лица. Так что соответствуйте, пожалуйста. Включите мне кто-нибудь микрофон, а он умер, тут нет батареи. Ты знаешь, Саш, я с большим удовольствием проведу эту церемонию одна. Ты можешь сегодня одна? Посмотри, сколько свободных мест знаешь. Подождите, ребят, а чего вы так приветствуете Ольгу и меня осуждаете? А это киношники, они такие. Они не очень друг друга, знаешь ли, любят. Ты же тоже из этого мира. А я для них новая, интересная. А ты-то типа, а это тоже сюда влез, да? Святую Анну. Ты просто ты актер. Темой. На самом деле это замечательная... Держи так. Это замечательная церемония, которую я уже имел честь однажды вести. И мы вас от души приветствуем и просим, чтобы нам заменили микрофон. А пока поаплодируйте, пожалуйста, всем тем, кто... Вот. Вот так. Сделаем дубль номер два. Нас объявляли за кулисами, вы этого не слышали. Замечательная, прелестная, очень талантливая, многогранно, очаровательно, удивительно. В общем, все восторженные эпитеты в адрес Ольги Шелест. Давайте поприветствуем. Меня уже представили. Да, тем более я так не смогу. Александр Олешко. Друзья, сегодня мы проведем для вас церемонию закрытия и надеемся, что действительно в зале мы будем видеть милые, очаровательные, замечательные лица. Я на самом деле очень долго готовилась к этому фестивалю, к ведению этого фестиваля. Для меня большая честь, что меня пригласили, потому что, Саша, сейчас знаешь, что ну, практически 400 пар глаз молодых режиссеров да, кстати, смотрят на меня, я надеюсь. И первый ряд фотографов, давай, анфас, три четверти. Потому что мне уже очень хочется сняться в каком-нибудь таком ярком, интересном, необычном, молодом, дебютном кино. Ты знаешь, как им хочется снять яркое, прекрасное, удивительное, необычное кино. Это, кстати, не по сценарию. Милые, приветливые лица. А ты же, я знаю, снимался, да, в какой-то дебютной работе, в каком-то дебютном фильме от какого-то молодого, небанального режиссера. Вот уже в 20-й раз, дорогие друзья, в стенах Дома кино. На самом деле это так. Очень хороший режиссер Артем Аксененко снял прелестный фильм. Я там очень хороший, просто очень. На самом деле, без шуток, действительно, как бы ни развивался мир, как бы он странно ни развивался, это надо от души. Все-таки есть люди, которые хотят творить, которые хотят что-то сказать. Их душа творческая требует высказывания. И очень приятно, что существует и такой фестиваль в том числе. Очень приятно, что он проходит в 20-й раз. Давайте будем считать, что это не 20-й раз, а, не знаю, 2-0 в вашу пользу. Мне бы очень хотелось, чтобы у каждого присутствующего в этом зале сложилась творческая жизнь, личная, какая угодно. Дай вам Бог помощи, если в этом вам поможет Святая Анна, да и нам тоже. Значит, мы будем чуточку, не знаю, счастливее, спокойнее. Вот, а теперь пойдем по сценарию.